Привет всем! Сегодняшнее мое видео будет посвящено заказу с сайта iHerbs, о котором у меня уже было одно видео. Итак, начнем. Первое, значит, что я заказала, вот такой вот тоник для лица Humphreys Redness Reduce Toner без алкоголя, огурец и дыня, мелон, да, дыня. Значит, конечно же, не тестировано на животных. Не содержит алкоголя, исключительно полезнейшие составляющие, то есть никакой химозы нет, всякая только натуральная водичка. Пахнет, таким огурцом пахнет на самом деле. Пользовалась им несколько раз буквально, но в принципе не знаю как насчет Redness Reducing, но увлажняет лицо, снимает остатки макияжа. В общем-то, очень я им довольна. Люблю такие натуральные всякие штучки. Потом, что еще такое взяла? Вот такую штучку взяла. Экстракт нима. Масло нима. То есть открываете, и там вот такая вот штуковина. То есть это такое маслице. Похоже на бальзам для губ. Им оно очень-очень увлажняющее, его хватает надолго, я им уже где-то месяц пользуюсь, ну не месяц, недели три пользуюсь, то есть я им мажу ноги, руки, все-все-все им мажу, и пахнет у него такой специфический запах, сначала мне не понравилось, но потом, как говорится, втянулось, пахнет вот, видимо, нимом. Такая очень увлажняющая, классная штучка. Очень мне нравится его с собой носить, потому что в сумку засунула, и он такой валяется маленький. В другую сумку влезает. Потом, значит, вот такая вот Giovanni Detox System Purifying Facial Mask. Тоже, конечно же, экологически чистая. Никаких животных ингредиентов. Намазываем, оставляем, смываем. И, в принципе, конечно, основные составляющие – это глина, это алоэ вера, масла, витамин Е. То есть, в принципе, я и пользовалась раза два. Увлажняет, покраснения так становятся менее заметными. Что еще могу сказать? Значит, черных точек как-то не заметила. Но, в принципе, мне понравилось, потому что еще плюс в том, что моя очень хорошая подружка мне вот это советовала и просто расхваливала неимоверно, поэтому я продолжаю пользоваться и буду ждать такого же удивительного результата, о каком она мне рассказывала. Вот, надеюсь, что придет ко мне этот результат. Потом купила вот такой вот Skin Ointment 2%. Такой вот маленький кремик, наносить точечно на какие-то несовершенство. Это у нас экстракт грейпфрутовых косточек. Плюс, конечно же, кислота ситрик. Забыла, как по-русски, но я надеюсь, вы поняли. Самая популярная кислота, которая во всех этих штучках от несовершенств бывает. Вот. Касторовое масло, витамин Е. В общем, вот это супер вещь, вот это всем рекомендую, потому что, то есть вечером вы намазываете на какое-то воспаление, скажем, даже не то, что не только дело идет о прыщиках, а вообще на любое воспаление намазываете, и утром уже практически ничего нет, какие-то жалкие остаточки, которые совершенно не портят настроение. Отличная штучка, очень-очень-очень ей рада, буду заказывать обязательно еще. Гораздо лучше, чем Бора Плюс, которым я пользовалась до этого. И кокосовое масло, наконец-то я решилась его купить, использовала уже вот столечко. Оно в таком, проблема в том, что я сейчас не могу скрыть банку, вот. Оно в таком твердом застывшем виде, то есть его можно использовать для всего, для готовки, для как крем. Но я использую для волоса, то есть я его разогреваю в микроволновке, она становится жидкая, я наношу на волосы, на ночь оставляю это все, и утром смываю волосы блестящие, мягкие, и если это использовать на постоянной основе, то есть я, например, использую раз в неделю. То
результат действительно, действительно очень-очень впечатляющий. Волосы становятся такие, такие приятные, такие шелковистые, мягкие, очень легко расчесываются. В общем, очень-очень советую. Потом еще подарочком мне шла бесплатный продукт, нитка для зубов с маслом чайного дерева. Вот такая вот нитка. Вот так, это все. Внизу обязательно будут ссылочки на продукты, что если вас заинтересует какой-то из этих продуктов, то вы сможете его обязательно посмотреть. И, конечно же, не забывайте про код, с которым вы можете получить $5 минус на первом вашем заказе. И спасибо за внимание и пока-пока.